Это у нас Фрея. Фрея – кошечка в возрасте. Нашли мы ее 2 года, тоже зимой нашли. У нее были обморожены ушки и хвостик. То есть на наших глазах прям все это отпадало. Было очень больно ей. В это время же она еще и заболела. Кошка была очень проблемная в плане того, что она не вставала, не кушала. То есть она не была никакая. Прогнозы были тоже неутешительные. Но вот взяли на передержку, смогли, откапали капельницами, выздоровела. Теперь она у нас проглистована, привита, стерилизована. Ушки, то есть корочки отпали, здесь уже ничего не беспокоит, все зажило. Никаких проблем уже эта кошечка не принесет. Пока была на передержке, показала себя с очень хорошей стороны. Как в лоточек сразу пошла, так и с другими животными. Кошки, собаки были, со всеми знакомилась, со всеми все отлично. Очень любит на батарее спать. В окошко любит смотреть. И ночью всегда спит с человеком. Очень прям к людям тянется. И надеюсь, что она все-таки обретет свой дом, потому что очень часто люди приходят и смущают их именно отсутствие там ушей, каких-то дефектов. Но это абсолютно такие же кошки, и они также жаждут внимания, и им очень необходим дом и человек.